Спектакль без слов, недетская философия и снег в июне. С 28 июня по 2 июля жители и гости города смогут познакомиться с творчеством Екатеринбургского театра юного зрителя. Коллектив выступит на сцене театра имени Луначарского и покажет новые спектакли «Сказка о потерянном времени», «Кот в сапогах» и «Морозко». Откроет гастроли постановка «Евгений Онегин. Собрание пестрых глав». Как отмечает директор Екатеринбургского ТЮЗа, это новое прочтение известной всему миру истории. Зрители увидят трех Татьян и трех Онегиных, каждый из которых расскажет эту историю по-своему. Не менее захватывающим обещает быть немой спектакль «Кот в сапогах». Это действительно мировая премьера, потому что такого кота в сапогах мир еще не видел. Это сказка, спектакль, в котором нет слов, а есть все. Есть музыка, эмоции, действия, мимика, чувства, энергетика, красота и, самое главное, тоже смысл того, как нужно жить и как нужно строить отношения. Главный режиссер Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского Григорий Лифанов также занимает должность художественного руководителя Екатеринбургского ТЮЗа. «Сказка о потерянном времени» – его режиссерский дебют в постановке детских спектаклей. Он обещает, зрители, которые придут на этот спектакль, не потратят время зря. Когда дети понимают все намного ярче, воспринимают ярче, понимают намного объемнее, чем взрослые. Те ситуации, те смыслы, которые закладываются в сказке. Вот в данном случае это очень веселое произведение, но с большим философским смыслом. Оригинального Евгения Онегина зрители смогут увидеть только в день открытия гастролей. 30 июня в 11 часов и 14.30 артисты Екатеринбургского ТЮЗа покажут «Морозко». Сказку о потерянном времени дадут 30 июня в 18.30 и 1 июля в 11 часов утра. Завершатся гастроли без слов. 2 июля в 14.30 и 18.30 на сцене театра имени Луначарского покажут «Кота в сапогах».